Здравствуйте! Интернет-магазин «Умная игрушка» представляет настольную игру «История игрушек. Большой побег». Помогите персонажам мультфильма выбраться из детского сада. В комплект игры входят картонное поле, фишки героев на подставках, игровые кубики, карточки симпатии, карточки хода, призовые жетоны и правила. В указанное место игрового поля выкладываются призовые жетоны. Все фишки героев ставятся в центр. Игроки вытягивают три карточки симпатии по 1, 3 и 5 баллов. Изображенным на них героям они помогают совершить побег. Карточки хода выкладываются стопкой и рубашкой вверх. Рядом в открытую выкладываются 6 карт. Игроки берут себе по 3 карты хода и не показывают соперникам. В свой ход игрок кидает кубики, выбирает один из них и решает, что будет делать. Взять себе карточку хода с клетки, соответствующей выпавшим количеством точек, или разыграть карточку хода и передвинуть указанных на ней героев. Игрок выбирает карту с руки и передвигает две фишки на то количество клеток, которые указаны на кубике, по часовой стрелке или против нее, но обязательно обе в одну сторону. Если фишка остановилась на клетке со специальным значением, игрок выполняет ее требования, перемещает фишку по стрелке или забирает себе призовой жетон. Если персонаж попал на клетку «Выход», игрок оставляет его у себя. Если карточек хода не хватает для заполнения поля «Доступные карты» или все герои, которым симпатизирует один из игроков, совершили побег, игра завершается. Происходит подсчет очков за призовые жетоны, за выведенных героев и за карточки симпатии. Побеждает игрок, набравший больше всего баллов. В правилах описаны дополнительные варианты игры. Разыграйте собственный сценарий мультфильма.